Всем привет! С вами Информ ТВ. Елена Сафонова в 80-х-90-х была очень популярна. Ее роли в картинах «Зимняя вишня», «Женская собственность», «Очи черные» покорили миллионов зрителей. Именно после последней она отправилась во Францию для работы над картиной «Аккомпаниаторша». К этому моменту актриса уже побывала замужем за Виталием Юшковым, а также родила сына от американского бизнесмена. Вместе с мальчиком она и отправилась на съемки. Там она знакомится с Самюэлем Лапартом. На тот момент мужчина был начинающим актером, а сейчас о нем знают во всем мире. Они расписались, но через некоторое время Самюэль начал ревновать Елену к ее славе. Неудивительно, его путь в актерстве только начинался, а Сафонова уже была звезда. Он не придумал ничего лучше, чем поставить ультиматум. Или она посвящает жизнь семье и уходит из профессии, или они разводятся. Елена не смогла бросить карьеру. К тому моменту у нее уже родился второй сын Александр. Когда мальчику было 4 года, последовал тяжелый развод. И что самое страшное – разлука с маленьким сыном. Сафонова несколько раз подавала в суд с надеждой вернуть Алекса, но безуспешно, так как он был гражданином Франции. Прошло уже 23 года. Самюэль за это время женился на актрисе Элен Медик. У них родилась двойня – Луиз и Джин, а потом и третья дочь Матильда. Элен воспитывала Александра как родного сына. Он очень любит ее, отца и своих маленьких сестер. Алекс сейчас 27-летний мужчина. Не мудрено, что он пошел по стопам своих родителей. Он охотно общается с матерью и старшим братом. Внешние черты передались ему от обоих родителей. Он красив, как мать, и имеет мужественную внешность и харизму, как отец. Алекс в настоящее время проходит обучение в Национальной консерватории драматического искусства в Париже, как когда-то и его отец. Несмотря на это, он уже снимается в сериалах. В его копилке работы в проектах «Фалько», «Загадочное убийство Агаты Кристи», «Служба расследований» и «Диктор». Также юноша мечтает о режиссерской карьере. Пока что он не женат, хотя его красота разбивает немало женских сердец. А как вам кажется, на кого он больше похож? Пишите в комментариях. Если вам нравится Елена Сафонова, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!